американского ученого, нобелевского лауреата, первого открывателя ДНК, за это он и получил Нобелевскую премию в 1962 году, Джеймса Уотсона лишили почетных званий в лаборатории, которую он раньше возглавлял. Лишили за высказывание об интеллектуальных способностях разных рас. Руководство института, точнее лаборатории, подчеркнуло, что эти высказывания заслуживают осуждения и не имеют научного подтверждения. Сейчас обсудим эту тему, но прежде я хочу огласить вопрос, который мы сегодня задаем нашим зрителям. Традиционный опрос: нужно ли лишать профессиональных наград за недостойное поведение, в частности, за неполиткорректные высказывания, за российские высказывания. Звоните и отвечайте, все номера на ваших экранах. Ну а мы переходим к обсуждению. Прежде чем Катя скажет, что коллеги Уотсона все сделали правильно, замечу, что, по-моему, это классический пример. Станислав Кучер наставит на слове «апокалипсис». Давайте его используем. Апокалипсиса, до которого способно довести, извращенное понимание политкорректности. Ну, коллеги, я не знаю, Тихон, что ты имеешь в виду, и Станислав, что имеет в виду под словом «апокалипсис», но мне оно совершенно в этом контексте непонятно и, более того, неприемлемо. То есть, по-вашему, апокалипсис – это когда подвергают остракизму за расизм? Давайте называть вещи своими именами. Уотсон – расист. Я напомню, что он заявил в одном из своих интервью. Просто послушайте. Я вообще-то вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, что и у нас, тогда как все исследования говорят, что это не так. Конец цитаты. Именно это откровенно российское заявление Уотсона привело к скандалу, в результате которого лаборатория Cold Springs Harbor убрала его из состава директоров и сняла с него все административные обязанности. То, что произошло сейчас, просто закономерное завершение романа с расистом. Его лишили званий почетного попечителя, заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса. И, повторю, абсолютно правильно сделали коллеги. Да, сделали, оговорившись. Лаборатория признает все его научные заслуги, но разрывает с ним связи. Где здесь извращенное понимание политкорректности, я понять не могу. Причем тут вообще политкорректность, дорогие друзья? Не путайте, пожалуйста, историю, например, с Харви Вайнштейном, даже это я могу принять, да, и назвать это в какой-то степени политкорректностью. Не путайте, пожалуйста, истории, связанные, там, не знаю, с обсуждением и осуждением тех или иных политиков в связи с теми или иными действиями этих политиков или тех или иных стран, лесбиянок во власти, в политике, гомосексуалов в политике. Это все можно так или иначе назвать политкорректностью. То, что сейчас мы обсуждаем, это просто расизм, нет? Я отвечу, вероятно, отвечу тебе на твой вопрос, Катя, но прежде мне хочется услышать Стаса, и что он думает обо всей этой истории. Ну, для начала я хочу объяснить нашим зрителям, которые, возможно, удивились, почему Тихон, произнося слово «апокалипсис», апеллировал ко мне. Дело в том, что мы до эфира с ним как раз обсуждали эту тему, и я пару раз произнес это слово, сказав «апокалиптично», «апокалипсис», именно особенно учитывая другие темы сегодняшнего сквозного эфира и тему «Ньюсток», к которому мы еще придем. Но давайте так, вот мне вообще приятно наблюдать за вашей такой острой дискуссией. Позвольте оказаться третьим, но не лишним, и выступить в роли сторонника буддийского срединного пути. Я согласен с Катей в том, что коллеги имеют полное право лишать Уотсона любых ими же придуманных почетных званий и постов, если считают его поведение недостойным. До тех пор, пока они не оспаривают его профессиональные достижения, в их действиях нет ничего извращенного. Тоже не очень понимаю, почему Катя так активно употребляет это слово. Можно ли назвать расистским заявление самого Уотсона? Конечно, можно. И вообще генетика, если кто забыл, продажная девка империализма. Самое время, кстати, перевести эту фразу на английский язык и распространить в американских масс-медиа. Теперь вопрос совершенно серьезный. Когда ученые рассуждают о причинах побед африканских спортсменов на соревнованиях, например, по бегу или прыжкам в длину, и в качестве аргумента выдвигают тезис о генетически обусловленной выносливости и прочих физиологических способностях. Это что, тоже расизм? Или расизм – это только когда мы заговариваем об интеллекте? Но интеллект, секундочку, связан с мозгом. А это тоже физиология. Где грань допустимого? Или классический пример из другой, не менее щепетильной темы, почему в мире до сих пор проводятся отдельные чемпионаты по шахматам среди мужчин и среди женщин, например. Саш,
Скажи, что ты иронизируешь. Я не верю, что ты все это сейчас говоришь серьезно. А ты дослушай. Способность выслушивать, даже если ты категорически не согласен, разве это не составляющая той самой терпимости, за которую так боролась и продолжает бороться Америка? Тем более я вообще ни слова не успел сказать ни в защиту Уотсона, ни в оправдание мужских шовинистов. Обратите все внимание. Я просто озвучил вопросы. А ты, Кать, уже готова снять с меня все почетные звания. Есть почетные звания? Ну, у меня почетных званий немного. Поэтому я не боюсь задавать вопросы. Работаю с вами, друзья, а не на Первом канале. Ну, вопросы, согласитесь, тоже могут являться провокацией и манипуляцией, российской, и шовинистической, и какой угодно, не так ли? Ну, вопросы, безусловно, могут, конечно, могут. Именно поэтому я очень хорошо понимаю озабоченность Тихона сейчас. Если политкорректность будет ступать такими семимильными шагами, нет никакой гарантии, что через 10 лет в обществе, победившей политкорректности, не останется терпимости. Что не станет невозможной любая дискуссия, в ходе которой обиженный или ущемленный в правах может почувствовать себя какая-либо категория населения. Помните, мы не раз в наших эфирах здесь же шутили, что вслед за законом о защите чувств верующих в Россию нужно будет принять закон о защите чувств в принципе, по которому в тюрьму можно будет упечь любого, в том числе отказавшего во взаимности партнера, не говоря уже об оскорбленных патриотах, атеистах, бюджетниках. На самом деле, я не думаю, что в Штатах до этого дойдет. Именно потому, что общество очень неоднородно, а действительно свободную дискуссию никто не отменял. У американцев хорошая прививка от крайностей, и в этом смысле хорошая наследственность. Я вот говорю, интересно, если бы я сейчас добавил, по сравнению с немцами или русскими, это бы выглядело ксенофобским, неполиткорректным или российским? Это было бы как минимум странно, Стас, и все равно не то же самое, что произносил господин Уотсон. Я понимаю, что ты, Стас, любишь провоцировать, но серьезно, расизм и рассуждение о расовой полноценности, неполноценности, как мы все знаем, слишком дорого стоили и Африке, и Америке, и в 40-х годах прошлого века всему миру очень дорого стоили. Поэтому я бы все же не стала ставить эту тему в один ряд с действительно идиотскими дискуссиями, вроде спора о защите чувств верующих, и даже с более серьезными и действительно важными дискуссиями типа гендерного равноправия, расистские высказывания в устах авторитетных, друзья, личностей опасны вдвойне, поскольку множат ряды их сторонников. Поэтому, на мой взгляд, по сути, преступные и потому заслуживают максимального осуждения. Но вот этот человек, его, правда, очень уважают. Ему вручили Нобелевскую премию. И огромное число рядовых граждан, просто людей, да, они подумают, нет, ну если такой именитый ученый, человек, понимающий в генетике лучше меня, в тысячу раз лучше меня, говорит, что чернокожие, они менее интеллектуально развиты, чем я, то почему бы мне не поверить, наконец-то? Послушайте, есть вещи недопустимые. В Америке недопустим расизм. Для нации, которая до сих пор борется с проблемой, которая на самом деле эту проблему не решила, далеко не решила, для нации, которая еще полвека назад массово считала чернокожих людьми второго сорта и сажала на отдельные сидения, например, в автобусах, ставки слишком высоки. Если жестко и четко не определять, где белое, а где черное, уж простите за каламбур, то взрыв, конечно, неизбежен. Особенно с таким президентом, как сейчас, президентом, который провоцирует расцвет ксенофобии вполне сознательно и при котором эта ксенофобия всплывает просто повсеместно. С интересом, коллеги, слушаю вас. Если позволите, я вначале напомню нашим зрителям, что у нас продолжается опрос, в котором мы призываем всех принять участие. Вопрос простой, вопрос, посвященный, собственно, той дискуссии, которую мы сейчас ведем. Нужно ли лишать профессиональных наград за недостойное поведение, в частности, за неполиткорректное высказывание? Все номера телефонов на ваших экранах, звоните и голосуйте. Российские, в том числе. Звоните и голосуйте. Результаты этого опроса мы подведем в конце Ньюстока, то есть примерно через 15 минут. Но отвечая на то, что ты говорила сейчас, Катя, и на то, что ты говорила в начале, правильно ли я понимаю, что, исходя из этой же логики, нужно запретить или заочно осудить Ницше, заочно осудить еще целый ряд деятелей, мыслителей, которые ставили неприятные, порой недопустимые для человечества вопросы, люди, чьими трудами вдохновлялись, восхищались нацистские преступники и прочие подонки в том числе, и так далее, и так далее, и так далее. Да, несомненно, идеи и, несомненно, слова могут и часто становятся причиной конфликтов, войн, грандиозных преступлений, но высказывание Уотсона в документальном фильме
на который ты ссылаешься, вот этот, цитату, откуда ты приводил, или давайте вспомним его интервью 2007 года Sunday Times, с которого, собственно, и начались его, скажем так, проблемы в этой лаборатории, когда его лишили административных функций. Так вот, слова эти отдельно, а его научные заслуги, они отдельно. Поэтому, когда ты, Катя, говоришь, что... человек с подобным званием, с подобным статусом высказывает. Нет, да. Мы не будем хвалить и говорить спасибо. Мы будем говорить, что есть некоторые его достижения на этом поприще. Но на самом деле он чертовски выживший из ума в свои 90 лет подонок. Но мы понимаем, что он изобрел этот ДНК, про который я, например, не понимаю ни слова. Но благодаря тому, что он его изобрел, что-то в моей жизни, насколько я понимаю, изменилось. Кстати, да? А вот давайте, можно я сейчас задам как раз Кате один вопрос еще, поскольку даже вот не буду говорить то, что я собирался сейчас говорить, потому что очень хочу отреагировать на ее фразу. Вот, Катя, вот ты сказала очень, ну, действительно, абсолютно объективные и важные слова о том, как может реагировать на слова Уотсона обычный человек. Что он может, цитирую, ну вот если ученый, который разбирается в генетике лучше, чем я, говорит, что интеллект чернокожих и так далее, и тому подобное. Так вот у меня тогда, извини, вопрос. Если ученый, который разбирается в генетике или который разбирается в химии, в физике, в математике лучше, чем я, доказывает мне или говорит что-то, к чему он пришел путем научного эксперимента, я что, ему не должен верить? Не должен доверять, как нам всем вообще вести диалог, дискуссию сказать, на Стас? Эту тему. Но здесь, я сейчас хочу сказать Стас, ровно то, сказать, что я говорю. Что его коллеги, есть... что его коллеги из этой самой лаборатории сказали, что нет, его это, эти он высказывания, не доказал, друзья, что его я, эти высказывания я не имеют под собой ровным счетом никакого конечно, научного я ровно это собиралась фундамента. Сказать, что человек, его достижения в тех или иных областях науки и его высказывания относительно интеллектуальных способностей африканцев – это совершенно разные миры, разные вещи. То есть он не доказывает, понимаете, в чем его подлость? Он не может подтвердить документально его размышления российского абсолютно толка, они ни на чем не основаны. Но ровно потому, что этого человека признали заслуженным ученым и ему дали какие-то бесконечное количество премий, и он вот так такой молодец в своей какой-то области, это ровно создает вот это лживое представление у таких обывателей, как некий человек, которого приводил в пример Стас, который может подумать, что его доказательная база достаточна для того, чтобы утверждать, что чернокожие чем-то хуже белых в интеллектуальном плане. Вот ровно это и является подлой манипуляцией и недопустимым абсолютно. Да, Стас, ты не должен верить, потому что мир и наука, и вся цивилизация доказывают, что нет никакой разницы, черт возьми. Никакой разницы. Окей. Я предлагаю, смотрите, я предлагаю сейчас мы... Тема такая, что мы здесь 100% можем увлечься, уйти очень-очень далеко. Замечу только, что речь, конечно же, сейчас не только об этом высказывании Уотсона. Мне кажется, на него ополчились по миллиону разных причин. Но единственное, что, наверное, я считаю необходимым сказать, что замечу, ну вот один из самых... ярких комплиментов, которые вы можете услышать, например, на Кубе, вы, я имею в виду сейчас в адрес мужчины можно услышать на Кубе, это «он делает это как черный». Это звучит ровно так. Или, извините меня, когда, Катя, ты прекрасно об этом знаешь, когда в Гарлеме чернокожий баскетболист говорит о том, что белые whites can't jump, да, белые не умеют прыгать. Он это говорит. Если то же самое скажет Майкл Джордан публично, интересно, прилетит ему так же, как прилетел сейчас Уотсону или нет. Я не знаю. Другое дело, что вот ровно это одна из причин, почему у вас избрали Трампа, твоего, Катя, любимого. Это, мне кажется, потому что люди чувствуют какую-то несправедливость в борьбе за справедливость.